Итальянские гночи, они же клёцки, это недооцененное блюдо. Хотя его можно есть так же, как и макароны, но это происходит нечасто. Давайте попробуем такой вариант, да еще и с оригинальным вкусом. Гночи вполне сытные, поэтому ими можно наесться в обед. Этот рецепт подойдет для питания детей от первого года. Также сделаем сырный соус, который подойдет и для других горячих блюд. А пока прочтите о том, как приготовить тыквенные гночи. У них хорошо выраженный сладковатый вкус и очень красивый цвет. Съедите все изделия и даже не заметите. 1. Для начала почистите тыкву от кожуры и семечек. 2. Затем мякоть измельчите в пюре с помощью блендера или миксера. 3. Далее добавьте яйцо, перемешайте. Порциями подсыпайте муку. Замешайте тесто. 4. Потом из теста скрутите жгут и нарежьте его на одинакового размера клёцки. 5. После этого вскипятите воду. Добавьте соль. Варите гночи 2 минуты. 6. Сделайте соус. В глубокую сковороду выложите сыр. Влейте сливки. Варите смесь до растворения сыра, постоянно помешивая. 7. Подавайте гночи с сырным соусом. Приятного аппетита!